Минэкше, что такое? Что ты здесь делаешь? Перед тобой отчитаться надо. А где мне быть в этом районе? Твой интеллект тебе подстать. Я разве это спросила? Ты оставила детей одних, да? Да, я на 5 минут в магазин вышла. Кафе переполнено, они и головы не поднимут. Нет времени даже смотреть друг на друга. Ты меня сильно обидела. Чем? Обидела? А что я сделала? Разве мы не хотели действовать вместе? Почему ты забрала от меня мою Элиф и заставила заниматься домом бедняков? Я ее забрала. Я забрала. Ты была так невыносима, что она сбежала ко мне. Сбежала? Сбежала. Сколько ты хочешь? Чего сколько? Сколько ты хочешь за мою дочь? Сколько стоит вернуть ее? Скажи, я отдам тебе все деньги. Давай, бери евро и все остальное. Мне тебя жаль, Зюмрюд. Ты правда не понимаешь, что происходит. Я тоже хочу, чтобы она к тебе вернулась. Да я бы тоже денег дала, чтобы она к тебе вернулась, но у меня нет. Я пытаюсь вымотать ее работой. С утра она трудилась, но она все сделала и даже не пожаловалась. Не знаю, чем ты ее обидела, но она здесь счастлива, понимаешь, Зюмрюд? И ничего с этим не поделать. Да ну. И как теперь быть? Я все испробовала. Не сработало. Даже предложила руку поцеловать. Все бесполезно. Абсолютно все. Зюмрюд, что еще мне сделать? Что я могу сделать? Что мне делать, Минэкше? Извинись. Извиниться? Ну, хотя бы попытайся. А за что? Думаешь, везде можно свои деньги совать, но это не так. Можешь покупать брендовые вещи, держать близко друзей, но чувства нельзя купить. Надо извиниться перед ней. Ты должна сказать: «Элиф, дорогая, я ошиблась. Прости меня, дуру, я совершила ошибку. Больше не буду. Я все исправлю. Я Зюмрюд Карфалы». Да. Меня могут подставить, но Зюмрюд Карфалы никогда не ошибается. Но так и было. Да, конечно, ты ошиблась. Никогда. Ты прими это просто. Девочка у меня. Если хочешь ее вернуть, Зюмрюд, нужно извиниться перед ней. Скажи извини. Скажи извини. Извинись. Скажи прости. Извиняться? Мне? Зюмрюд Карфалы. Эко, поставь в раковину. Скорее. Поставил. Аллах. И это. Элиф. Да, мама? Дочка. Я пришла кое-что сказать. Можем поговорить на улице? Нет, мама, говори здесь. Мне надо кое-что сказать. Люди творят всякое, и после этого, знаешь, что говорят? Ну, всякое, ты понимаешь. В общем, ты же понимаешь, чего они подслушивают, почему мы говорим при них? Мне неуютно. Чего они подслушивают? Ну, знаешь, люди говорят это слово. На турецком или иностранном? Два слова. Два. Два слова? Не понимаю, мама. Но ты попытайся вспомнить. Я бы помогла, но ты продолжай. Давай, какие ассоциации? Говори. Ну, так. Я... Да, и... Давай, мама, я с тобой. Ну... Она сейчас упадет. Прости меня. Наконец-то, вот оно. Ты извинилась? Да, так легко. Прости, дорогая. Дочка, прости, что заставила тебя пройти через многое. Что даже это место тебе кажется раем. Я извиняюсь, а ты примешь мои извинения? Да, ты примешь? Скажи, что примешь, дорогая. Скажи, что примешь. Скажи, скажи, скажи. Принимаю. Наконец-то. Моя дорогая дочь. Давай пойдем. Мы можем вернуться домой. Вернемся же. Погоди минутку. Минуту. Что? Ты забыла сказать, что больше не будешь меня выводить. Это очень важно для меня. Ну ладно. Как сказать? Повтори-ка. Я не буду больше тебя выводить, моя дорогая дочь. Ладно, я...
Не буду больше тебя выводить, моя дорогая дочь. Обещаю тебе. Вот так. Ну как, нормально? Ты повзрослела, наконец. Иди сюда. Иди. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.